Это... Амин, вы как врач, что скажете, слушая все это сегодня? Я ужасаюсь всей этой ситуации. Мы здесь не решаем проблему государства и дыры в государстве. Мы видим женщину, которая ушла из большого спорта, и которая попала в реалию жизни, и, может быть, она не справилась с действительностью, и поэтому у нее произошел какой-то внутренний сдвиг, что побудило ее и привело к наркомании. Мы имеем инфантильного, слабого, бессердечного, с мертвыми глазами сына, который по сей день ей мстит за то, что она когда-то оступилась. Вообще, я вам очень сочувствую, сожалею, я полностью на вашей исключительной стороне. Вы даже в этой ситуации оправдываете и сына своего, сын уже потерян и для вас, и для общества. Посмотрите, гопник с мертвыми глазами. Знаете, ну что вы говорите? Знаете, почему вы по мне судите? Потому что. Благодаря тому, что она меня не воспитывала, я вырос, подождите, более-менее нормальным и воспитанным человеком. У меня есть манеры, которых она бы мне не привила. Я бы вырос таким же говном. Спросила меня она. Ты находишься на федеральном канале, и хотя бы сегодня, когда эту историю разбирают на всю страну, можно проявить милосердие, подойти к твоей матери, обнять ее. Зачем? Это наоборот достойно.